Жуткие факты. Иногда мечты детства могут оказаться кошмаром наяву. Так и произошло с 18-летней Деборой Стоун, которая с детства мечтала работать в Диснейленде. В 1917 году в американском Диснейленде был открыт новый аттракцион «Америка поет», куда и устроилась Дебора Стоун в качестве смотрителя. В один из дней перед началом шоу с участием аниматроников девушке поручили проверить поворотный механизм, вследствие чего девушка застряла в углублении между бетонной стеной и поворотным механизмом. И тут началось шоу. Дебору тут же перетерло на мелкие кусочки, а крики о помощи зрители восприняли как часть шоу. Спустя 20 минут Дебору все же нашли, но к тому времени было слишком поздно. Родители девушки подали в суд на парк, после чего его закрыли на 3 дня. А сцену, где погибла Дебби, на год. После чего парк был вынужден пересмотреть безопасность своих аттракционов. Ставь лайк и подпишись на канал, чтобы узнать еще больше жутких историй.